Так, мои дорогие друзья, раз уж мы с вами застряли на карантине, давайте сделаем что-то полезное. Сегодня я предложу вам небольшую разминку. Простая, позволяет не превратиться в тюленчика за время карантина, а также привести себя в хорошую физическую форму и, возможно, даже похудеть к лету. Тело очень простое. Разминаем шею. Все, что мы начинаем сейчас делать, называется суставная разминка, и она подготовит нас к более интенсивной нагрузке. Начинаем с движений головой. Вперед, назад. Делаем плавно, не спеша, постепенно увеличивая амплитуду. Таким образом мы разминаем шею. Второе упражнение – это повороты головы из стороны в сторону, тоже постепенно увеличивая амплитуду. И третья часть этого же упражнения – круговые движения головой. Обратите внимание, как ваши мышцы соскучились по движению. Идем дальше. Следующий фрагмент – разминаем руки. Круговые движения кистями в одну и во вторую сторону. После этого переходим к вращению в локтевых суставах в одну и во вторую сторону. Ну а после этого плечо. Сначала интенсивность небольшая, и потом, когда вы чувствуете, что мышцы немножко разогрелись, интенсивность можно увеличить. Вращаем в одну и во вторую сторону позвоночник. Вращательное движение тазом в одну и во вторую сторону. Тянемся в стороны. И наклоняемся. Не ленитесь, повторяйте за мной. Разминаем голеностоп, вращаем стопу в одну сторону, потом в другую. Колено и в одну и во вторую сторону. Вот такая разминка. Просто попробуй повторить. Снимай видео, комментируй. Самый старательный получит приз. Какой? Пока сюрприз. Поехали!